Впредь всем запретам врачей Галина Дмитриевна вновь в числе участников Кубка мира по пауэрлифтингу. В 2012-м спортсменка установила рекорд своей возрастной и весовой категории, подняв вес в 50 килограммов. Побить свой же рекорд в прошлом году тяжелоатлетке не удалось, подвело здоровье. Как раз в мае произошел со мной несчастный случай. Разбил меня инсульт, парализовал всю левую сторону. Лежала в больнице, был и совершенно не могла ни вставать, ни говорить, ничего. Ну, стал постепенно тренироваться. Вначале с ходунками, потом стал ходить, он, видите, с палочкой. Ну, поднимать штангу. Любовь к пауэрлифтингу и стремление к победам не прошли даже после недавно перенесшего инсульта. Правда, нагрузки пока дозированы. И на этих соревнованиях после двух попыток поднять 30 килограммов Галина Цверова решилась взять 35. И ей удалось. Эта женщина всегда в боевой готовности, говорит ее тренер. На счету 80-летней звезды пауэрлифтинга множество медалей, кубков и грамот. Заслуги сочинской спортсменки известны практически во всем мире. В 2010 году Галина Дмитриевна, наша сочинская спортсменка, произвела фурор в Америке. Она была звезда, ее 10 каналов телевидения в Нью-Йорке снимали. И после того на нее как бы обратил внимание сам Шварценеггер, говорит, так как человек возрастной, в этой группе очень мало спортсменов осталось в мире. Есть китаянка, и то она меньше поднимает на 5 килограмм, чем Галина Дмитриевна. Кстати, экс-губернатор Калифорнии теперь ждет Галину Дмитриевну на своем чемпионате в марте следующего года. А сейчас спортсменка готовится к предстоящим соревнованиям в США. И в октябре Галина Цверова намерена все-таки побить свой рекорд. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.